Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я хочу быстренько вам рассказать про сорт Буян. Последнее финальное видео, потому что я вот уже его оббираю, потом вы не посмотрите, как он густо обвешан плодами. Вот он тоже из той же серии, низкий и компактный, но с большим количеством завязи. Это очень популярный сорт у нас в Сибири. Куст штамбовый, всего высота 42-45 сантиметров. Не требует ни подвязки, ни пасынкования, но я его вот так колышку привязываю, потому что они очень нагружены кисти плодами и обламываются, могут сломаться, упасть. Плоды овальные, удлиненно овальные, вот такие вот, как слива, видно, их называют или что, красные, и могут быть весом первые плоды до 180 граммов. Видите, вот такие плоды хорошие. Конечно, чем выше они, тем мельче, но плоды такие достойные, их можно и в салаты употреблять, и в заготовки. Главное достоинство: в рассаде не вытягивается, очень скороспелый, и можно позволяет выращивать загущенно, можно 5-6 растений на 1 квадратный метр высаживать. Это очень хороший вариант для начинающих и занятых огородников, так же как челнок. Я вам говорила, что их некоторые даже путают, но эти они более толстые, те как вытянутые пальчиковые, а это, видите, он более такой как сливовидный, тот как пальчиковый. Вот, пожалуйста, сорт Буян. Он как раз принадлежит к тем сортам, которые успевают дать свой урожай, отдать весь до наступления фитофторы, до наступления холодов. Вот сегодня 14 августа, он дружно уже весь созревает. Вот видите, вот кустик, все-все плоды красные. День-два он поспеет почти весь. Ну, к началу сентября он уже отдаст урожай. Все, вот это сорт Буян.